Всем привет, народ. Ну, допустим, у вас приключилась ситуация, когда ребенок сломал свою любимую игрушку. Вот такой вот кран, но незначительный. Вот, допустим, в этой ситуации вот так получилось. То есть, если он будет дальше играть, он его доломает. Но мы еще можем его починить. Значит, что сделать надо? Надо взять руковерт. Немножко просверлить, сделать места под вот такие стяжки, кстати, ссылку на них попробую оставить в описании. Ну, только мы их постараемся сделать вовнутрь. То есть вот так. Нет, так у нас ни черта не получится. И не будем мучиться. Так. И сразу же следующую. Ну, это самый быстрый народ и самый, ну, такой вот, наверное, эффективный вариант. У меня такие игрушки очень долго еще, ну, у ребенка работают. Потому что там, если мы начнем вот как-то так, если мы начнем там паять новые шурупы, это все будет долго. Этот вариант быстрый, все. Вот оно идеально стало. Башня крутится. Коронавирус кашляет. Ну и осталось только откусить. Вот такие вот кусачечки. Раз. Да, все. Вот как он вот видит, все это теперь будет жить дальше. И как мы видим, отлично оно держится. Кстати, вот здесь вот найдена еще поломочка такая же, в том же духе. Ну, сейчас я ее сделаю. Также здесь и здесь просверлил, ставил, сделал. Так, все, всем пока. Ссылка на стяжки в описании. Заказывайте, покупайте, ремонтируйте сами. Если нет шуруповерта, можно любой там нагреть гвоздик. Эти дырки просто нагретым гвоздиком проколол и то же самое сделал. Всем удачи, всем пока.